Эта история началась осенью 2005 года. Мы тогда с Олегом решили делать ремонты с перепланировкой. Я подумал Альку подключить. Она, конечно, дура, но архитектор хороший. А я ее еще по арху помню, учились вместе. Это Олег, мой друг. Здрасте. Слушай, Аль, короче, давай скажем, что архитектор Олег, ты строительный прораб. Поменяйте солями. Ну, он, в отличие от нас, с тобой говорить умеет. Ну, ты понимаешь. Он будет говорить, а ты ему ножку свои идеи. Ну? Ты чё, ну ты... Ну так погоди. Ну? Ну так... Ну давай. Слушай, ну... Ладно, пойдём. Погодите. Слушайте. Ничего, не больно совсем. Спальня. Кабинет, гостиная. Кухня. Угу. Это деревянная перегородка. Мы могли бы сделать здесь арочный вход на кухню, что подчеркнет античный характер пространства. Здорово. Просто супер. Рельефы. А здесь я хотела бы поставить белую софу. А что делать с этой стеной, я не знаю. Рельефы. Говори. Спросим у дизайнера. Вот здесь мы брызнем зеленым. Что? Ярко-зеленое пятно. Это исходная точка рисунка волнами. Теряя в каждой волне насыщенность цвета, рисунок докатывается до ослепительно-белоснежной софы. И пульсирующая жизнь замирает перед обнаженной нежностью. И удачно подчеркивает цвет ваших глаз. Алло. Да, Наталья Антоновна. Когда будут эскизы? Я не знаю. Послезавтра. Послезавтра. Нет. Нет, сказал. Будем бесконечно рады видеть вас. Я снова говорю, послезавтра. Есть заказ? Да нет, я говорю, не успею. Он тебе поможет, он до Чечни в строительном учился. Где? Вы чё? Я чё, как это? И как мы будем это всё? Слушай. Чё? Знаешь, слушай, предлагаю, нам надо квартиру снять, навалиться втроем и сделать. Угу. Как? Как? Ребят, я тут за одной квартирой присматриваю. По просьбе хозяев. Вас пущу без предоплаты. С одним условием. На чердаке над квартирой. Бомжи тусуются. Решите вопрос.
там балкон. Ну и отлично. Нам скрывать друг от друга нечего, а Аля мы повесим занавеску. А? Надо. Эскизы относит архитектор. Сегодня ты отнесешь. Иди. Иди, говорю. Это, нету денег. Нажрать-то мы. И ты иди. Как его? Нежно, вырви аванс. Давай, брейся, иди. Иди. Какой же ты все-таки молодец. Не я, Наталья Антоновна, а мы. Ну, вы. Особенно ты. Кстати, почему ты меня называешь на «вы»? Позвольте узнать, когда вы выплатите аванс и когда мы сможем приступить к работе. Собираетесь ли вы менять сантехнику? Сколько тебе лет? 26. А мне сколько? А вам всегда будет 18. Наталья Антоновна, давайте вернемся к делу. Вы намерены обновить отопление? Выпьешь? Обновлю отопление. Ну так сколько мне лет? Только честно. Честно, честно? Зови меня Татой. Я старше тебя всего на год. Тата, Наталья Антоновна, я с вашего позволения откланяюсь. Вернусь завтра. Обдумайте пока по деньгам, по всему остальному. Вас ждать, Михаил. В любое удобное для вас время. А мне удобно любое время, удобное вам. Скажите, когда вы хотите? Я хочу сейчас. Сначала отдайте нам аванс. Аванс еще нужно заслужить. Ну зачем вам это, а? Поверьте, Тата, вас ждет разочарование. Я не способен на настоящую страсть. Вы пройдете сквозь меня, как сквозь облако. Слегка освежитесь, и все. Ну, как же мне тебя сейчас отпустить после такого заманчивого обещания? Ваш телефон дала нам Наталья Антоновна. Мы звоним по рекомендации Наталья Антоновна. Будьте добры, перезвоните нам, пожалуйста. Михаил, извините, что так поздно, но Наталья Антоновна сказала, что можно. Я по поводу заказа. Здравствуйте, будьте добры, Михаила. Наталья Антоновна сказала, что вы талант... Я решил вопрос с бомжами. Thank you.
дразнящие. Добрый день, Наталья Антоновна. Рада, что вы явились в точно назначенный срок. Проходите. Чаю, кофе? Спасибо, я только что с ланчем. Я так понимаю, вы пришли за авансом? Да, мы сделали эскизы, а за это платят. Наталья Антоновна, не надо так улыбаться. Не надо валить в кучу деловые и личные отношения. А я и не валю. У меня нет денег, как и у вас и у ваших друзей. Могу предложить ужин в хорошем месте. Ну что, закончили с деловыми вопросами? Ну, если у вас нет денег, да. Ну как, тебе нравится эта штука? Ну, хорошая. Если ты разденешься, то ты будешь похож на белого кролика со спагетти в розовом вине. Не буду раздеваться. Хочу, чтобы меня раздели. Я выгляжу. Запредельно. Подожди. Когда вас можно навестить?
Ну, когда захотите, тогда и приходите. Тата, я бы с радостью сейчас, но мне надо к ребятам. Да, кстати, передайте им. Осторожнее. Ну, дорогой подарок и внимание. Спасибо. Никуда не уходишь утром? Не ревную, а просто хочу знать. Алиночка, вставай! А? Гренки поданы. Чё ты? Чё ты хочешь, козёл ты? А? Ладно, приятных снов. Пошёл ты. И пусть тебе приснится балык из осетрины, баранина на вертеле, салат оливье, блины с икрой, черёмуховый пирог. Козёл. Вали отсюда, сволочь. Мишка, короче, это супер, а там я просто, это класс. Она не хотела тебя обидеть. Мишка, я, это не, ну как-то это, а я... Да, она благодарит тебя за праздник пищи. Приносите еще. Это, знаешь, я правда, как его, Мишка, короче, ты, а я тебе, звонили с Васильевского, обещали аванс. Завтра будут деньги. Ждут к 11. Давай к ним вечером махнем. Утром у меня дело. Так, ничего важного, но... Нет, ты иди по делам. Передай от нас спасибо за еду и... Главное, за внимание. А. Обжралась. Это... Ну, как-то так вообще. Короче, ты понимаешь, да? Это... Миша. Да, Миша. Ты... Олег. Чё, Олег? Я знаю, что Олег. Ну и мы тебя знаем. Тяжело, бедняжка? Героиня. Надо же, она всё съела. Безумец – фамилия одного еврея, работавшего слесарем. Я Миша. Мне стыдно. Я просил, чтобы меня раздели. Отныне раздеваюсь сам. Причем первым. Ну, все. Твоя очередь. Помочь? Любая помощь. Планировка, перепланировка, рекомендации дизайнера, строительные услуги, ремонт. Татка, телефон. Дать вам свой? Да у меня есть. А где? В брюках. Сейчас. В пиджаке. Стой!
что? Все? Ты же на шестой собирался. Больно? Что вы? Совсем нет. У меня к тебе три вопроса. Что ты здесь делал? Давно ли ты с ней знаком? И бывал ли ты раньше в этой квартире? Отвечай быстренько. Конечно, я здесь был. Ну, в этом доме. И не раз. А в этой квартире впервые. Прекрасную хозяйку до этого не знал. Не имел удовольствия. А что ты здесь делал? Предлагал услуги. Архитектурного бюро. Планировка квартир. Ремонт. Строительные услуги. Услуги дизайнера. А зачем раздеваться? Видите ли, я пользуюсь разработками итальянских психологов Лангфелло и Ризотти. Привлекаю внимание нестандартным параллельным действием. Раздеваешься? Простите, да. Но без особой радости, поверьте. Видели мое тело? Гордиться нечем. Слышали, как смеялась ваша очаровательная дочь? Кстати, мне очень польстило то, что мои и ваши вкусы в выборе цвета нижнего белья полностью совпадают. Сережа, отпусти его. Ты же видишь, он сумасшедший. Нет, он наглец. И за наглость свою должен ответить. Петя, отведи его к Жоре. Да вы лучше убейте меня, Сереж. Вы же добрый. Смерть, миленький, заслужить еще надо, понял? А я не соглашусь, поймите. Вы же умный. Вот и... А зачем мне умным твое согласие? Петь, ну... Сережа, ну я тебя прошу, пусти его. Ну ты же видишь, что он это... ненормальный. Ну, пожалуйста. Тат, ну... Ну, чё ты... Ну, ты никогда довести мне до конца ничего не даешь. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Тут... Вася. Вася. Миша. Вася будет нашим строительным прорабом. Мы сегодня утром ездили на Васильевский, ну, получили деньги, аванс. Вот, решили отметить. Тебя ждали. Еще привезу дивана, стульев. Я в строительной компании, бригадир. Дом расселяется, приходим мы. Чего так не оставляют в квартирах? А у меня под рукой своя газель, грузовики. Вот. Да, Ваня. Таджики. Миш, я тут... Аля предложил деньги не делить, устроить общий котел. Она отказалась. Ты отказалась? Я отказалась. Хорошо. Давай поделим. Сколько полагается архитектору? Половина. На. Миш, а мы будем делить или у нас котел? Не, у нас котел. А, слышала? Как теперь быть? Чё как? Ну, ты решил, что твоя доля 50%, а все заказы привел Миша. Я разговариваю с клиентами, делаю чертежи. Нет, ты, конечно, архитектор, ты, может быть, даже гений. Но мы живем вместе, мы равны. Так что ли котел, или я пас? Я не таджик. Аль, ты захотела французского торта? Он дорогущий. Своих денег жалко, а искать Лараса взяла. Ага, раз. Раз коньяк будет, два виски, у вас так все и будет. А разве мы алкаши? Вы алкаши. Разве алкаши пьют виски? Слушай, чего ты перед ней оправдываешься? Идем, вещи на неделю заберем.
Вась, до метро, ладно? Аль, извини. Мы с Мишкой откроем архитектурное бюро. Будет туго, приходи. Возьмем чертежницы. 10-му за квартиру платить? Там в холодильнике мясо. Извини, не успел приготовить. Не ешь его сырым. Вообще, береги себя. Позови меня, небо. Давай, удиви меня, я за рулем. Останешься. Места полно, комаров нет. Ну, семья вообще, жена, ребенок. Вась, я тебя умоляю, какая жена? Со мною играешь, потому что все помнишь, потому что все знаешь. Истребляя надежды, ополаскивал кровью золотые одежды. Одиноко и Вась, метро! Умирал без любимых. Пока! Прости, ради бога, ушиблась? Да мне не больно совсем. Как у тебя с огоньком? Хочешь с огоньком? Нет, да не в этом смысле. Ладно, на. Как работа? Оставь себе. Спасибо. Пошли, опасно. Ой. Облом, короче. Съешь то, что взяла. Хотите чего-нибудь? Нет, спасибо. Может, посидите с нами? Скажите, а здесь у вас были цветы? Да, в большой старинной вазе. Как вы угадали? Ну, в этом месте могли быть только цветы. Не помню название. Экзотические цветы. Слишком яркие. Нарочито яркие. Это, наверное, вас раздражало, и вы их убрали. И вы знаете, вы были правы. Избыточная декоративность действует угнетающе. А она всюду. В цветах, в рекламе, в людях. Вы не договорили о людях. Они стараются удивлять. Хотят выглядеть необычными, яркими, интересными. Это раздражает. Потому что мы знаем, что они пустые и лживые. Да. И можно? Можно мне еще? А, вот я хотела... Конечно. Угу. Ну, как дела? Уже договорились? Ну, все, что они показали, это, конечно, любопытно. Заплати за эскизы. Так принято.
То, что я услышала, мне понравилось, так что дай им авансы, пусть приступают. Ради бога. Я уезжаю на несколько месяцев. Угу. Работайте добросовестно. Конечно. Совет дизайнера. Когда вернетесь, поставьте на место старинную вазу. Да? И посадите в нее что-нибудь простое, радующее глаз. Например, ромашки. Слушай, ну это толстый достал меня. А что ты ей сказал-то? Нет. А? Нет. Ну не кадрился же ты к ней? Нет. Не кадрился он. Вот сволочь, а. Сволочь. Слушай, предлагаю отметить, оттянемся. Ну ладно. Началось, работать надо. А что? Да ладно. Да вы куда? Бутик! Нет! Да отвалите вы! А... Ну, секонд-хенд. Я не хочу, сказала. Не, ну, посмотри на Мишу. Ну и что, Миша? Ну, как он одет? Как? Он одет стильно. Стильно? Ну? Это вот этому пиджаку уж лет 100. Ну, хорошо, да. Согласен. Но стильно, ну, это модно во все времена. Да ну, понимаешь, он следит за собой. Кладет брюки, меняет рубашки. Понимаешь, он выглядит нарядно, как жених. А ты? Миш, ну скажи. Я не хочу. Алина, я вот отношусь к себе с глубоким уважением, даже очень. Короче, что ты хочешь сказать? Короче, ты выглядишь как бомжиха на вокзале. Да хуже она выглядит. Алина выглядит не очень, не спорю, но не хуже бомжа. Ну ты давно был на вокзале? Я был на вокзале совсем недавно. Вот и я говорю, что Алина у нас выглядит хуже, чем любой бомж на вокзале. А я говорю так же. А я говорю хуже. А я говорю так же. А я говорю так. Едем на Царскосельский. Мажем? Мажем. Давай. Да отвалите! Опять вокзал. Вокзальная проститутка. Безработная. То, что нужно, а? Так, вот тот серый пиджак и юбка того же цвета. Угу. Да, и блузка. А какие у вас есть блузки? Есть шикарные красные блузки с перламутровыми пуговицами. Жутко эротично, стоят копейки. Слушай, пойди сюда. Ты говори тише, не искушай нашу подругу. Понимаешь, нужен не прикид для флирта, а деловой костюм. Поняла. Сказочный сон, заказы, деньги. Еще 3 недели назад я клал кирпич по 200 тугриков за куб. +911 50 64. Алло. И вам добрый вечер. То, что я слышу, не уступает тому, что я вижу. Такой чудный голос я слышал лишь однажды. Не, не у певицы, нет. Она танцевала в эротическом балете моего приятеля. Он балетмейстер. Передаю ему трубку. Ты... мне списать, добрый вечер? Да, я ставлю балеты. Обычно 3-актные. Не, мой друг не танцует. Он массажист женской колонии строгого режима. Ну, не, не в самой колонии, ну, в бане при колонии. Слушай, редкая дура. Не веришь? Да наоборот. Стоп, а кто это вас обнимает? Ладно, созвонимся завтра. (Связывая)
нежно. Я искал тебя, где ты? Был мой мир безутешен. А где работяги? Извини, Олег, молдаване. Менты замели, регистрации нет. А закончить сегодня надо, чтобы за ночь высохла шпатлевка под покраску. Алло? Где ты? Это какое метро? Коньяк. Два коньяка, пожалуйста. Где вы увидели коньяк? Мы спиртного не держим. Лицензии нет. Пиво, пожалуйста. Дать? Большое спасибо, не надо. Ну, как вы поживаете? А вы? А я спросил первым, поэтому вы отвечаете первый, Нателла. А я спросила вторая, и поэтому я отвечу второй. Кто он? А если муж? Муж? Бедная. Кто он? Политик, бизнесмен? Внутренний старый ворюга? Чудесная моя. Не дари ему своей юности. Какой юности? Мне 27 лет. Это еще юность. И он мне не муж. Я содержанка, Миша. Что с вами? Вам больно? Все в порядке, совсем нет. А почему тогда вы меня не гладите, не жалеете? Я курю. Потому что чужая жена – это в кайф, а содержанка – это как-то… Не то, не в кайф. Вы никуда не опаздываете, Миша. Расстанемся друзьями? Не надо спешить. Мне надо собраться с мыслями. Лучше бы ты остался в кафе. Может, уйдешь? А то увяжемся в роман. Не хочу портить тебе жизнь. Поверь мне, не жди со мной ничего хорошего. А не надо хорошего. Пусть будет так, как сейчас. Не густо. Купи еще. У меня есть деньги. У меня тоже есть. Бегать? Снова пить? Снова прощаться? А я не боюсь, Сережа. И не бойся. Он ничего не сделает тебе плохого. Чего еще? Предположим, худшее. Вы, алкоголичка, делаете алкоголика меня. Это нехорошо. Зато лечимся в одном диспансере. Новая тема для бесед. Чаще бываем вместе. Попрощайся с мечтой. Я пью по чуть-чуть, для тонуса. Ты почему не сказала, что ты не одна? Когда? Утром. Когда я пришел, а этот обсосанный Сережка был у тебя. А я забыла про него. Ты так смешно раздевался. А когда он вышел, почему не сказала, уходи?
Мне было интересно посмотреть, как ты себя поведешь. Я хотела тебя испытать. Ну и как? Ты был великолепен. А чего разбираться? Да я понимаю. Деньги, деньги. Но как ты с ним спишь? Элементарно. Я живу в его квартире. Он мне присылает продукты, дает немного на карманные расходы. Приезжает иногда, остается ночевать. А иногда я езжу к нему в офис. Домой не езжу. У него жена, дети, взрослые. Я вот сейчас вернулась с его дачи. Но секса у нас нет. Я должен поверить или сойти с ума? Зачем? Ноль секса. Ноль. Сейчас я тебя изнасилую. А где моя копна? Нет ни в ванной, ни на кухне. Бог с ней, Тат. Она была неудобной, мы мне проваливались. Это моя копна. Дай мне телефон. Я купила ее на свои деньги. Алло. Да, это я, Нателла. Дай мне Сережу. А скажи ему, что я в городе. Где копна? Не ври мне, Саша. Верните мне копну, или иначе я свалю отсюда. Принеси матрас. Иди сюда. Честное слово содержанки, клянусь твоей родиной, славным городом Козельском, ты будешь первым мужчиной на моем матрасе. Уши отпусти, больно. Мне одеться? Да пошли они. Сиди. Налей. Здравствуй. Собирайся, поедем. Он ждет. Если он говорит, увези копну. Я должен увезти. Это моя работа, а он мой хозяин. Я и так рискую. Знал бы он о ваших записках. Жду в машине. А мы пара. Отмена, не едем. Приедет сам. Тебя подвезти? А он остается. До новой встречи, Александр. Ты с ума сошла? А если он увидит этого?
сама на себя навлекаешь. Пшел отсюда. Может, мне стоит уйти? Выключи, пожалуйста, свет. И когда будешь уходить, захлопни дверь. Миша! Ты хотел уйти? Я видел вашу фотографию. Очень странная фотка. Нас зациклило. Тебя на Сереже, а меня на том, что ты хочешь уйти. Да я просто хочу понять, что вас связывает. Миш, ну он же мой благодетель. Он требует, чтобы я не пила, не курила, не шлялась. Надоело. Я хочу пить, курить, иметь любовника. Разбуди меня через час. Где моя копна, слышишь? Да, несчастный. Ну, я возражала, когда ты отнимал машину, мобильный. Просила их вернуть? Нет. Потому что это были твоя машина и твой мобильный. А копна, она моя. Я купила ее на свои деньги. Верни копну, слышишь? Ты проснешься бодрым и спокойным и увидишь, как все тебя любят и любят тебя за тебя самого, какой ты есть, за твой ум, доброту, за твою справедливость. Спи. Скажи, он псих? Нет, он нормальный. Он просто плохо спит. Они с женою намазываются парфюмом до потери пульса и потом спят в одной постели и дышат этим, травятся. А вот ничем нельзя это смыть. Знаешь, как потом голова гудит? Ладно, я что-нибудь придумаю. Что? Жильем. Тебе нельзя здесь оставаться. Не надо ничего придумывать. Все может измениться. Что? Ну, все. В смысле жилья? В смысле всего. Ну, иди. Я тебе позвоню. А ты будешь скучать? А я уже скучаю. Я тоже. Ну, иди.
Тата! Да! Просыпайся. Да. Иди-ка сюда. Я вспомнил, как я вошел к тебе в палату. Ты сидела вот так у окна, с книжкой. А лицо такое детское. Беззащитное, как у маленькой девочки. Что-то я почувствовал такое родное, близкое, не знаю. Информацию запросила тебе. Информацию? Ну, а как же? Информацию. Я считаю, серьезная болезнь, необходим уход, постоянное медицинское обслуживание, лекарства, размеренный образ жизни, питание, то все. Приезжие. 6 лет скитается по Питеру. Не кури, сядь сюда. Разве мы не были с тобой все это время друзьями? Да. Послушай, Тата, у тебя нехорошие анализы. Тебе нужно было бы подумать о здоровье. А ты что делаешь? Иди сюда. Скрытая камера. Ну, значит, я всегда была под контролем? Нет, не всегда. Ее поставили, когда ты уехала на дачу. Я же с самого начала тебя просил. Не води сюда парней. Не води. Так я не водила сюда парней. Я привела только одного. Это его записочка. А это твоя. Я знал о них. Я даже завидовал. Романтично. Вот это вчера. 2 часа дня. Вы приходите вдвоем. Это я. 11 вечера. Вхожу. Вот это он выходит. А... Около полуночи. Он ушел, как только ты заснул. Но он был здесь. Ты гадишь там, где ты живешь. Вы смеялись надо мной. Я тебе пальцем не тронул. Я только хотел, чтобы ты дольше жила. Мне казалось, что ты... чистая. Вернись. Я устала. Хочу спать. Спасибо. Так это здорово. Тепло, ничего не требующее взамен. Мне надо поспать. И тебе пора. Иди.
неблагодарная. С каждым днем мне становится все труднее и труднее говорить тебе хорошие слова. Ну, прости. Как я рад. А как я рада. Как живешь? Супер. А вы? Я не супер, но нормально. Была процедурная? Да, отстрелялась. По чуть-чуть. Нельзя еще. Работа. Уже ж конец рабочего дня, а у вас начало дежурства. Ой. И пусть начало вашего дежурства начнется с праздника. Закроемся. Я же Мирса принесла. Новая монография в интернете нашла. Правда, ну, перевод, к сожалению, мой. У меня ж стернами пята. Спасибо. Ничего не читаю, деградирую. Да нет, стерминный порядок. Умница. Тебе бы в медицинский. Давно пора. Там подчеркнутый абзац, третья страница. Опять? Я же знаю вас тысячу лет. Я 7 раз здесь лежала под вашим чутким руководством. Но ведь ситуация же простая. Рак крови. Последний виток болезни. Кто тебе сказал? Бред! Ну вот вы месяц назад тоже кричали «бред!», а я переписала результаты исследований и разобралась. Ну, все же ясно. Ты идиотка! Она диагностирует стадии лейкоза. Ну, послушайте, ну дайте же мне сказать. И по МЕРСу, и по системным заболеваниям крови, ну и по всему. Ну, не финиш. И когда я поняла, что мне финиш, я решила порадоваться жизни. Я встретила парня. И оказалось, что он абсолютно мой. Ну, скажите мне, как друг, сколько мне осталось, а? Мне нужно это знать. Ты пещерно глупа! Выгнать бы тебя к матери! Давайте выпьем. Я хочу, чтобы ты ушла. А как у вас с Татьяной из ординатуры? Прекрати. Не обидитесь? Она же вас дурачила. У вас же не было ни единого шанса. Ну, она же актриса. Взгляды, загадочность, то сё. Не обиделись? Нет.
А ей было весело вас дразнить. Она, извините, ну, дает с умом. Она же сильно вас завела зимой. Я запомнила. До сих пор цепляет, как вспомню. Она, кстати, и с Парфеновым крутила. С этим ничтожеством! Алло, ты дома? А я внизу. Простите мой наряд. О боже, ты не занят? Я занят только вами. Я ждал вас весь день. Смотрим варианты жилья. Вариант первый. Народ спит после тяжких трудов. Ой. Здесь поставим диван, а здесь можно повесить занавеску. Вариант номер два. Отгадай, что это значит. Ну не тяни. Я останусь здесь. Ты дрожишь? А, нет, это ерунда, это я простыла немножко. Раздевайся. Ну, как вы спали? Как никогда. Переселимся вниз. Забудь, я бы здесь осталась бы на всю жизнь. А что, солдатские кальсоны? Да, а что? Они абсолютно новые. Их Олегу на дембель выдали. Да не, не оправдывайся, они. Теплые, мягкие. И вообще все замечательно. Олег предлагает пройтись. У него сегодня праздник. Здорово! Здорово! Здравствуйте! Здорово, горят! Здорово! Здравствуйте! Здравствуйте! Праздник от тебя! Как? Все нормально. Здорово, мужики! Здорово, пацаны! Ну как здорово? Ну что, как сами? Как сами? Да ничего, нормально. Нет выпивки. А, там в конце ряда есть. Я с тобой. Я ему и говорю. Ты не видишь, короче, того? О, ну, это привет. Привет.
Ну, как дела? Как муж, как дети? Нормально, спасибо. Что сделать? Нас четверо. Возьмите кюфту. И 4 салата. Хорошо. И еще 2 плова. Сейчас. У вас праздник, да? Сегодня праздник, завтра по-другому будет. Поняла? Нет, коза. Извинись. Пошла в жопу, сука. Плов? Опа. Ты чё? Сядь-ка. Чё случилось? Спроси свою... Тихо-тихо-тихо. Прибрала, не заводись. Извините нас, ребята. А я тебя узнал. Ты же здесь работала. Плов? Ах ты, блин! За праздник! Ура! Тихо-тихо, потом, потом. Зачем? Сегодня праздник. Давай завтра. Ну, до завтра. И тебе не дома делать, пока нечего остается просто вспоминать. Тосковал я по жене, скучал по дочери, и поэтому нашел рах на любовь. Она хорошенькая. Да я как-то не специалист. Если у вас возникнут проблемы, я обязательно помогу. Действуйте просто, не витиевато. Ну как скажете. В той стране горами. Олег, познакомимся. Таня, познакомились? Пойдем. Все события. Побежать гранатой, не то не тебе опередят. И незаконное дело нашего бессознательного осознали сразу всем нутром. Вечный след от промаха рассадного остается на тебе собой. Смотри, видишь, арка. И здесь можно тоже перекрытие переделать. Здрасте. Вот, Отто. Не говорит по-русски. Ну, это, ну, он все понимает. Позови меня, небо, удиви меня правдой. Я, конечно, не первый. Отто эксперт по современной архитектуре, пишет для немецких журналов. Не нравится мне эта мишка. Очень уж как-то они дружно сидят. Уже веселей? Останет еще веселей. Предлагаю сеанс групповой любви. Это... Три девочки, 4 мальчика. Это... Я буду вашим группенфюрером. Я за рулем. Давай не спешите. Ну, вся же ночь впереди. То мы, как два солдата встретились и от вам. Ты считаешь, что солдат, когда встречается, сразу вступает в интимные отношения? Ну, они сначала отдают честь,
А хочется хорошего, Миша. Ты у меня навсегда. Девушка, сколько можно, а? Ты шутишь? Нет. Отто уже визу делает. Зачем тебе это надо? Олег, ну скажи ей. Ну правда, что ты будешь в этой Финляндии-то делать? Проекты. Да там же все построено. Кому нужны твои проекты? Два проекта. Уже скоро напечатают в журнале. Ну там, развлекательный центр и... Как его там? Коттедж. Что-то я не помню, чтобы мы это делали. А вы не делали, я делала. Когда вы эти виски свои хлебали. Девушка, у отца и Анны другой номер. Алина, имей совесть. Мы начали зарабатывать. У нас столько заказов. Но мы бы купили тебе квартиру. Ну там в Европе-то жильем туго. Вот-то дом в этой, в Лаперанте. Ой, а ну, дай. Ага. Еще раз позвонишь, прокляну. Ой. Ну, счет с тобой. Езжай. Давай. А секс? Чё секс? Ну как у вас с сексом-то? А какое твое собачье дело? Да просто спрашиваю, как друг. А какое твое собачье дело, друг? Слушай, тебе не стыдно? Я тебе говорить научил. А ты научилась и мне хамишь. А, и юмор был. Счастливого пути. Наш котел! Отдайте мне эти деньги. Я добавлю свои и купим землю. У знакомого участок в Артемягах. Он давно его хочет продать, но все боится, что его обманут. А мне он доверяет. У него с головой не в порядке. Участок стоит 5 раз дороже, чем он просит. Ну! Чё-то он странный какой-то. Крестьянин. У них из-за земли крышу-то сносит. Белая крестьянская горячка. Я прошу вас! Тихо, чё, Лёш, ты? Да тихо ты, Мишку разбудишь. Да, да. А чё Мишка-то? Он это, ищет девушку свою, тату? Отто, вы на балет? Выпейте с нами водки. Русский балет и русская водка – это как брат и сестра. После водки тоже хочется танцевать, подбрасывать девушек. Ну, давай выпьем за Алю. Пожелаем ей... Я ее уговорю. Не умею я, как вы с Мишкой, языком чесать. Но я ей сказал, Аля, финны тебя будут уважать, если у тебя будет свой кусок русской земли. Да ладно ты, хватит это про землю. Принеси закуску. Сейчас. Давай напьемся. Завтра уезжаешь? Да. Куда? Козельск. А, из Козельска. Да. Можно найти нового архитектора вместо Альки. Тебе это нужно? Мне нет. Мне тоже. А я в армию вернусь. Только сначала казню одного гада. Чего? Как казнишь? У меня в роте было 2 друга. Он бил их прямой наводкой. С 3 орудий. Ошибся. Так бывает на войне, известно. За ошибку не убивают. Да бог с ней, за ошибку. Я его потом,
Через месяц в Ростове встречаю. А он такой подполковник, счастливый, понимаешь? Улыбка такая. Ясно. Сияет, как звезда новая на погоне. Ну, хотя бы на минуту пожалел о них. Я его казню за эту улыбку или путь ей пру. Олег, это бред. Миша! Мы выросли с тобой в одном дворе, не книги читали, но прожили разные. Не лезь ты не в свое. Не важно. Че? Надо его остановить. Как? В комнате его запереть? Или ходить за ним по пятам? Я не про то. Он же не просыхает со дня дивизии, уже полтора месяца. Ты не замечаешь, ты занят своим. Он спивает, Миш. Я придумал молитву, послушай. Сердце мое наполнено радостью. Душа ликует. И сделай это. Дай мне терпение, дай любви истины, чтобы в час казни гада я не испытал жажды крови, но исполнил волю твою, Господи. Здорово. Не волнуйся за Олежку. Раз начал трепаться, да еще молитву сочиняет. Никого он не тронет. Ходит дверь, бац-бац. Можно? Стаканов нет. Нормально. В Козельский сел? Да. Я заметила. В Козельский? Нет. Вкус, да? Сейчас жин пила гадость. А ты не сердишься, что я... Нахально так. Молчание, знак согласия. Выпила немножко. День был стрёмный. Утром кинули на 2000. Со своим разругалась. Полгода жили нормально. И вдруг такая гнусь оказалась. Мне кажется, я тебя откуда-то знаю. Так погано. Так погано. В этой части проходит несущая балка. А, действующая? Да. Ага, это перегородка. Ну, здесь мы могли бы построить двухрадиусную арку. 2,10 в высоту, 1,07 в ширину, что подчеркнет характер пространства. Миш, что он говорит? Алло. Посмотри наверх. Эта стенка теперь. А что касается стены, вам никто не даст разрешения на снос несущий. Это нереально, да и опасно. Ну что, посмотрим кухню? Да. Ага.
Я вас обнимаю. До встречи. Люба, я говорил с новой сотрудницей. Ты же слышала, мы с ней на «вы». Чтоб ты знал, когда мне было 18 лет, у меня был любовник на 10 лет меня старше. Так я с ним обращалась на «вы». Какие новости? Я слушаю. Ну, мне кажется, здесь тоже можно немного изменить дизайн. Михаил. К твоему сведению, когда мне было 18 лет, у меня была любовница на 30 лет меня старше. Так не я к ней, а она ко мне обращалась на «вы». Лучшая шутка субботы. Недели. Замечательно. Да, наши люди. Эскизом не надо. Вам ведь лень возиться, понятно. Ну что ж, начинайте. Берите аванс, крушите стены. Ой, ну спасибо. Ну тогда двин, лучше армянский коньяк, предлагаю двинуть. Желаю вам остаться довольными нашей работой. За знакомство? По чуть-чуть. А вы не помните, кто вам дал мой телефон? Люба, а кто дал телефон? Ты. Я? А когда? Давно. Мы долго откладывали этот ремонт, рассчитывали на знакомого архитектора. Талантливый архитектор и дизайнер будут бесконечно рады обустроить ваше жилье. Бесконечно рады! Прелесть! А, да, вспомнил. Объявление на стене. Мы вышли из больницы и прочли. Что ж, ловко сочинили. Резво. За полчаса. Практически вдвоем. По чуть-чуть. Так у нас еще водка есть. Но водка у них есть. Ва! Водка, коньяк, что пожелаете? Больные все, несут и несут. Загонят в гроб презентами. Ну, еще по чуть-чуть? По чуть-чуть. А может, вспомните? Нателла, Ната, Тата. А, это Тата сорвала объявление. Что с ней? Где она? Вот ты какой. Я должен ее увидеть. Нет. Ты на свое лицо посмотри. А что такое? Что такое, я не понял? Ты чё? Он любит посидеть с молодыми. Когда он пьет с ровесниками, конечно же, часто неприятные разговоры, раздражение, скука. Давайте я почищу. Спасибо. А с молодыми он становится моложе. Вы его еще узнаете. После 300 граммов. Миш, пойдем со мной. Миш, сядь. Пей. У нее рак крови. Она храбрая девочка. Знает, что ее ждет, а держится молодцом. Нельзя к ней с такой скорбной рожей. Ну? Если слабо, не лезь. Ну, не злись. Вась, пойдите с Мишу в машину. Подождите меня там. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Что поделать, Мишка? Завтра ты ее увидишь. Ну, отлично, мужик, а доктор. Он сказал, что хочет вытащить ее хоть на денек из больницы, воздухом подышать, отдохнуть от больничной этой вони. А ей ему предложил шашлыки на природе. Ну, заодно и
Участок от твой посмотрим. Вась, сколько до твоей этой русской земли? Час. Час 10. Ну вот, ну завтра и поедем. Поеду. Да, я сейчас. Слушай, не стоит тебе ехать. Слушай, давай ты еще мной покомандуешь. Ну, нет, ну а представь, целый час нос к носу. В машине. А? Ты раскиснешь? Будешь у нее расспрашивать, она же может и расплакаться. Ну представь себе, вышел человек из больницы, сразу ты. Ну дай прийти в себя. Давай, оставайся. Выпьем. Поспишь. Какой-то ты не такой. Приболел? Ну что вы стоите, что ждете? Давайте все готово уже. Ну! Идем, идем, идем. Вот, а вот с этой стороны тут времяночку поставить. Ну, станочек там, слесарный, токарный. Там. Вась, отвали, а? Не, ну правда, ну классное место получай. Ты за мясом следи. Слежу, слежу. Ага. Кому, кому, что? А мне? А. Давай, давай. Колбасу. Давай. М-м. Оп. Ага. Я чуть-чуть. Ну? Будем. Я такая страшная. Напудрилась, как старушка в театр. Ой, вот. Ну, желтуха, камни, то все. Ну ничего, я сейчас выпью и повеселею. Здрасте! Добрый день. Добрый. Да. Ну, это за 10. Ага. Простите, не знаете, кто это сейчас ржал? Конь или кобыла? Это моя коза. Передайте ей наши наилучшие пожелания. Обязательно. Тата, представляешь, здесь 10 соток. Если все засади картошкой, облагородить землю Вась, через... Ау. Отстань от меня. Вась, ты надоел, Вась. Парни, тост. Вижу я, вы стая. Это здорово быть стаей, чувствовать локоть. Ребята, держитесь друг друга. Главное в этой жизни найти своих и успокоиться. Ну, давайте. О. Да, я думаю, вас утра. Конечно. Стой, слушай. Я тебя завидую. Сейчас завидую. Она... как будто из другого мира, где нет гадов. Ну перестаньте! Я же тоскую по вас! Как животное по животному! У меня руки трясутся! Гадина вы молодая! Больной ваш доктор.
Чего? Будешь плохо? Такое чудо. Когда вы пришли в первый раз, вы мне сразу очень понравились. И ты, и Олег. Такие классные парни. Но я счастлива, что я влюбилась именно в тебя. Девочка моя, прости. Я напился до павлиньего крика. Я тебя обожаю. Слушайте, вы падки до молоденьких девочек, я знаю. Ты другое. Эти дряни не стоят твоего ноготочка. С вашей стороны это бестактно. А я к ним не захожу. Я им не мешаю. Вы ушли и не выпили. А я вас жду. Вы бестактно. Идемте. 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 Мне ничего нельзя, даже целоваться, желтуха. Но мне совсем не больно. А мне больно. Я завтра приду. Не смей убегать из больницы, как с чердака, слышишь? Когда ты не рядом, я подыхаю. Все плохо. Шашлык несъедобен. На лес. Спасибо. А, уезжает. Жаль. Доктор спит, но выпить не с кем. Но есть хорошая новость. Я объявляю о помолвке моих товарищей. Тата, Миша, за вас. А, вы... Ты... Через 2 месяца тата умерла. Ее похоронили в Сосново, недалеко от Васиного участка. Аля уехала и так об этом не узнала. У нас с Олегом ничего не вышло, и он вернулся в армию. А я? Вот живу. Как все начиналось. Между прошлым и новым заблудиться так просто. Между прошлым и новым непростые вопросы, непростые ответы. Я скитался небрежно, я искал тебя, где ты? Был мой мир безутешен, я ломал его стены, истребляя надежды.
ополаскивал кровью золотые одежды. Одиноко и слепо умирал без любимой. Мне казалось, что небо обо мне позабыло.